Стоят на асфальте они в лыжи обутые. И лыжи едут, и они чемпионки. По лыжероллерам. Тренируются спортсменки на трассе около деревни Бабошино. Асфальт хороший, машин мало. 16-летняя Маргарита Толочко заняла на всероссийских соревнованиях первое место. К такому результату привели тренировки дважды в день и лишь один выходной от спортивных нагрузок. Маргарита планирует поступить в Институт физической культуры. У меня дедушка лыжник. Вот, и тренер приходил к нам в школу, приглашал. Вот, и я пошла. Но мне летом больше нравится тепло. Вот эти лыжи стали лучшими на чемпионате России. Они приобретены у именитого спортсмена, чемпиона мира, чье достижение до сих пор не перебито. А вращается такое колесо в среднем 3 минуты. Лучшая подруга Маргариты Толочко Юлия Балабина на чемпионате стала третьей. Признается, что вначале даже немного расстроилась, могла бы и лучше. Главным секретом победы спортсменки называют уверенность. Особо так некогда красоваться друг перед другом. Занимает время себя подготовить, все-таки волнение перед стартом всегда. Девушки вместе с тренером отрабатывают старт. Чтобы победить, нужно, что называется по-спортивному, на старте взорваться. Победителя обычно и определяют доли секунды. Максимальная скорость летних лыжников около 60 км в час. Скорость фактически велосипедная, поэтому многие элементы тактики взяты именно из велоспорта. Учитель чемпионов считает, что в Пересвете для спортсменов создают хорошие условия. Не на последнем месте строительство трассы. Хотя, как и везде в современном спорте, возникают проблемы со средствами. Чемпионат мира пройдет в начале сентября в итальянском городе Пиглио. А до этого пересветовцам предстоит еще этап Кубка мира в Норвегии. Для тех ребят, которые чего-то добились, у нас уже и профессиональный подход. То есть достаточно требовательно мы относимся к нашим спортсменам. И требуем от них результатов. На трассе лыжероллеры слышат не подбадривающие крики, а свист ветра в ушах. Чувствуют не укусы слепней, а лишь уверенность в победе. Евгений Самсонов, Дмитрий Зайчиков, программа «События».